Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, ну что, Лига Мастеров, забираем с тобой награду. Так, $100, отлично. Плюс 29 ПВП очков. Поэтому я, наверное, сейчас кое-что смогу себе взять, а именно ДНК. Так, а здесь нам выпадает... Кто это? Ага, Кейси Джонс. Шикарно. Так, задания у меня все выполнены, откатов у меня нету. Значит, на арене нам будет с тобой очень сложно. Так, в магазин. Предметы. Ох, елки-палки, но мне сюрикены нужны. А ты смотри, мы могли бы с тобой взять 5 ДНК на нашего бибопа. Так, 98 очков. И мы с тобой приобретаем... Леонардо? Получается так? Окей. Берем с тобой 3 ДНК на Леонардо оригинал. Так, а что у нас здесь? 535 жетонов. А нам с тобой желательно бы получить 610. Ладно, потерпим с тобой маленечко. Так, ну что, начнем, наверное, с арены. Нам, потому что больше пока нечего здесь делать. Черепашья буря. Блин, последнее испытание не смог пройти. Кстати, здесь можно пофармить. Согласись-ка. Сколько у нас с тобой? 123 телепорта. Слушай, ну а почему бы и нет? Мы с тобой все испытания прошли, поэтому давай. Вау, Рафаэль видение, 3 ДНК, неплохо. Так, Микеланджело видение, 3 ДНК, вообще замечательно. Ой, Леонардо, ну зачем? Ох ты, ролевой, тоже получает 3 ДНК. Слушай, а тут что? О, да тут смотри, елки-палки, я думал, что мы с тобой только вот этих будем получать. А тут, оказывается, еще вниз можно прокрутить, и вот... Слушай, ну это шикарно. Давай, ать, ать. Не хватило, ребят. Сыр закончился, к сожалению. Ну слушай, мы неплохо с тобой вытянули. Ну конечно, Леонардо нам не нужен. Мы, кстати, можем его распылить. Так, где у нас? И сколько у нас? 105, нам буквально чуть-чуть с тобой не хватит, да? Чуть-чуть. 10 сюриков, подожди-ка, может быть, у меня где-то есть дубль. Давай-ка мы с тобой посмотрим. Дубль. Да ладно, нигде нету, хорошо. Мы с тобой сделаем тогда немножко попроще. Мы все равно с тобой ищем на Донателло элементы, так? Где у нас Донни? Вот он. Так, навыки. И нам нужно с тобой 14 кружек найти. Поехали. Так, кружка Динер. Раз. Вторая. Третья. Так, и вот здесь с тобой немножечко повытягиваем. Четвертая, пятая. Слушай, кружки выпадают вообще на изи. Шестая. Так, 6 кружек уже есть. Седьмая. Слушай, а нам нужно сколько? 15, да? То есть еще 7 кружек. Но наша суть сейчас не в этом. Мы с тобой сейчас разбираем. Так, мы кого-то Змею Карай искали, да? Змея Карай. Где она у меня находится? Так, подожди-ка. Вот она. Разбираем дубликаты. И мы с тобой... Да, 140, отлично. Ну, наконец-то, наконец-то. Мы с тобой хотели поднять Рафаэля оригинального. Так, все, хватает 9000 сюрикенов и 330 золотых осколков. Да, ребята, поднимаем в ранге. Вау. Да, и это классно, ребята, получает. Он у меня золотой ранг, 4 звезды. И мы ему... Нет, уровень поднимать пока не будем, потому что это пригодится для следующего задания. Самое главное, что у нас оригинал, именно Рафаэль, перешел в золотой ранг. И это круто. Ну, а теперь мы с тобой, конечно же, отправляемся на турнирную арену. Без откатов, конечно, здесь будет очень-очень плохо. Поверь мне. Кого бы нам взять? Надо брать слабенького. И это будет у нас Александр. Так, попробуем пока без Леонардо сыграть. 67 уровень здесь максимальный. Слушай, ну это опасно, конечно. Слушай-ка, а можно вопрос? Смотри, у нас Ванька с тобой 60 уровня. Шархан тоже 60 уровня, но он у нас платиновый ранг. Почему Ванька стоит первее, чем Тигр? Тебе не кажется это подозрительным? Мне так лично очень кажется. Так, давай возьмем сюда Рокзары. Ну что, ребята, попробуем сейчас отбиться от этого хлама.
Не знаю, получится или нет, но Сашка, я думаю, наверное, хорошо подготовился к этому делу. Ну, возьмем, наверное, вначале провокацию, конечно же, на Рокзара. Теперь бросим с тобой валун. Отлично, отлично. Армагоша не подводит никогда. Так, шарханчик наш заряжает. Так, еще минус один. Так, тихо-тихо бафает. Сплинтер решил пробафать команду. Точнее, остатки от команды. А мы с тобой попробуем сейчас сделать вот так вот. Есть. Мой сплинтер 60 уровня побил сплинтер 67 уровня. И добиваем, наверное. Нет, Ванька слабак. Вот, Рокзарчик сделал свое дело. Ну что, друзья мои, первый поединок довольно неплохой был у нас на арене. Мы, соответственно, с тобой поднимемся сейчас чуть-чуть повыше. 91-я позиция, и становится у нас 81-й. То есть 10 ступенек мы с тобой пролетели. Ладно, двигаемся дальше. Так, Райн, принцесса Лора и Рауль. Будем брать, наверное, с тобой Райна. Да, мне кажется, от него будет больше толку, он будет более мягким. Так, и мы с тобой берем здесь Тимати, нейтрализатора. Змейка Вьюна. Наверное, я возьму сюда Змею Карай. И, ко всему прочему, надо будет взять, наверное, Зека. Зек 80 уровня бросит бомбочку с возможностью замедлить противников. Ну и, соответственно, нанесет какой-то урон. Ну а дальше нам придется с тобой использовать массовые атаки. Здесь Микеланджело хиллер. Об этом тоже не стоит забывать. Ну-ка, бросаем кунаи. Пока все целы. Пока все... Опа! Вот этого я боялся, друзья мои. Но он хиляет не так сильно. Ты заметил, да? В отличие, например, от того же Леонардо. Так, ну-ка, если мы сделаем таким образом. Слушай, я боюсь, сейчас Донателло, наверное, все-таки успеет поставить защиту. Мы можем с тобой, например... Слушай, если я встану в блок, из этого ничего хорошего не получится, верно? Поэтому я, наверное, думаю, нам нужно с тобой подбить. Ну да, подобьем с тобой майки. Раз. Так, дальше кто ходит? Донателло, сюрики бросает. Опс, а вот это плохо. Теперь делаем массовую атаку нейтрализатором. Добиваем с тобой. Угу, Рокстеди. Так, дальше. Смертельный поцелуй. Ну, давай попробуем. Ага, по крайней мере, атаку понизили. О, еще одна массовая атака и... На грани, друзья мои, на грани мы с вами здесь. Есть. Отлично, хорошо у нас получилось. Мы выиграли вражескую команду. Ну и двигаемся с тобой дальше. Так, 81 место было, а становится 71. То есть еще 10 ступенек перепрыгнули. Так, Толя, Серега и Мина. Кого возьмем-то с тобой? Наверное, будем брать Серегу. Окей. Ну что, 61 уровень, 61. У них здесь 67. Это, кстати, не шуточки на самом деле. Возьмем с тобой, наверное, здесь Усаги. И... Подожди-ка, может быть, Майки? Давай возьмем с тобой Микеланджело. Я думаю, уклонение нам здесь точно не повредит. Да-да, Серега, не грусти. Посмотри вон там, на озеро свое. Ну что, начнем с уклонения, как всегда. Отлично. Так, теперь массовая атака от Усаги. Давай-давай, вжаривай хорошенько. Так, постепенно урон повесит. Ух, минус двоечка сразу. Теперь массовая атака от Паукуса. Слушай, слабовато как-то. Крик души. Слушай, ну неплохо, мы их тут разбираем. Так, слушай-ка, нам, наверное, с тобой нужно подбить вот этого вот Рокстеди в кроличьем костюмчике, да? Этот упал от постепенного урона. И, наверное, добиваем с тобой Рокстеди, который у нас почему-то с серпом и с молотом, да? Серп и молот, кстати, ребята, это отсылочка к СССРу, если кто не знает. Так, ладно, и смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. 60-я позиция, вообще меня это радует. Играем с тобой без откатов, еще раз говорю. Так, что у нас тут? Гайхермы какой-то, Алекс и Андрея. Хм. Я, наверное, буду драться с Гайхермой, потому что он слабее будет, чем остальные, да? А в данный момент, так как у меня нет откатов, мне нужно брать слабых противников.
Слушай, получится у меня вот так вот сыграть? Как думаешь? Рискованно, да? Ну, я попробую. Вот единственное, что железноголовый в последнюю очередь будет брать на себя провокацию. И вот за этих ребят я, конечно же, побаиваюсь. Тем более, когда вот такую штуку на тебя вешают. Ай-яй-яй-яй-яй. По-моему, да, ребят, мы с тобой потеряем кого-то. Только вот кого? Так, муха пока держится. Ну-ка, провокацию возьмем. Теперь, наверное, нам нужно дополнительную защиту взять, потому что она у нас пониженная. Теперь выпускаем с тобой смертельную волну. Так, тихо-тихо-тихо, ага. Это ничего страшного, ребят. Так, ну-ка. Не получилось. Железноголовый выдержит все это дело. Ну-ка, Джастин, давай. Черт, подери. Железной голове все нипочем. Так, этот уходит в невидимость. А мы с тобой добиваем, видимо, всех. Хотя, подожди. Да, этот выжил все-таки. А если так? Ну вот, друзья мои. Результат, как говорится, налицо. Мы с вами выиграли и двигаемся с тобой дальше. Так, остается всего лишь один у нас бой. Причем он такой довольно тревожный. 49-я позиция. Отлично. Так, выбираем самого-самого слабого. И это, скорее всего, будет у нас Юлия. Твою ж налево, а? Блин, тут еще такие персонажи. Главное, чтобы у нас встал в стойку, естественно, наш Рафаэль. В провокационную. Так. И чтобы морзильная кошка здесь упала. Упс. Слушай, ну это изи. Это имба. Я сомневаюсь, что у Макмана будет здесь ураганчик. Не-не-не-не-не-не. Рокстеди, ой, Бибоп, ты это зря сделал. Ускорим свою команду, а почему бы и нет? Отлично. Плевок делает. И в ответку падает. Слушай, а что мы теперь можем с тобой сделать? Я даже не знаю, ребята. Все вроде бы прошли, все, что могли, получили. Сейчас какое у нас будет место? 39-е? Или 38-е? 39-е. Все. В принципе, на сегодня я сделал свой план, который планировал. Хотя бы здесь нету этих не мельтешит. Да, друзья мои, 330 осколков золотых нам уже с тобой накопить, чтобы пропать следующих персонажей, да, в золотой ранг. А сейчас я хочу кое-что глянуть. Кого нам еще нужно искать и желательно побыстрее. Так, Рафаэль. А его найти можно только в Черепашьей Буре. Слушай, а если я сейчас пойду и... А смысл? Смысл мне крутить рулетку? Хотя смысл есть. Поехали. У нас тем более с тобой пиццы дофига. Хочу просто посмотреть, что мы здесь с тобой сможем вытянуть. Ага. Микеланджело фильм. Давай дальше. Останавливаем. Опять Микеланджело фильм. Да что ж ты будешь делать? Причем по одной ДНК дают. Это, я считаю, несправедливо. Ну-ка. Так. Чуть-чуть, ребята, около пака был, да? Но, к сожалению, он мне не выпал. Как классно, когда все так выглядит. Слушай, а мы можем Леонардо прокачать навык? Например, да... А, тут у меня уже, кстати, ребят, 7-я ступень полностью прокачана. О, здесь еще... Слушай, здесь на... Это же Че-планшет. Да, это Че-планшет обычный. Так, а нужно вот таких вот 4 герба еще нужно найти. Подожди-ка секунду, они же, по-моему, у нас... Нет, они не в этом испытании. В этом испытании у нас с тобой нога, хотя здесь есть и... Ага. Может, разочек крутануть? Может, выпадет нам? Нет, нам выпадает нога. Обидно немножко. Так, ну, мутаген. Мутаген мне нужен, в принципе, нужен, друзья мои, да? Немножечко можно его, конечно, тут набить. Совсем чуть-чуть, по-быстренькому. Причем здесь мутагеноид, который разбирается с полтычка. Ну, а ты сам знаешь, 2500 мутагена, они лишними уж точно не будут.
Возможно, даже мы сможем кому-то поднять уровень сегодня. Хотя вряд ли, там слишком мало у нас получится. Да и в наличии пока еще мало у нас мутагенов. Всего 11 тысяч. Ну да ладно, раз есть такое задание, грех его, как говорится, пропускать. Потому что мы всегда с вами говорим, что у нас нету мутагена, нам вечно его не хватает. И, кстати, ребята, которые спрашивают: Рэй, ты где получаешь мутаген? Да, вот так вот зарабатываешь. Помимо того, что ты на арене большее количество мутагена зарабатываешь, еще вот за такие вот задания. Так, всего здесь 5 эпизодов. Ну что же, давай пройдем, все равно это проходит довольно быстро. Бумс. Так, это был 30 уровень, да? Следующий будет 40-й. Ну, опять же, мы его подобьем. Можно было бы, конечно, заморочиться с смятением другого измерения, да? Попроходить. Но, честно говоря, сейчас не хочется. Мы с вами, когда пройдем первую с вами, да, локацию, можно будет уже начинать со второй. Потому что здесь очень все это долго. Так, Лео решил вертушку сделать, как ни странно. Упс. Получай в ответку. А у нас там пройдено, по-моему, всего лишь 2 задания или 3. То есть нам надо будет еще там пройти 8. И там 12. Да, это получится дофига. Ну что, последний эпизод, 5-й. Ты понимаешь, да, я прохожу все на автобое. Потому что здесь вообще никаких проблем нету. Мутагеноид какого он уровня-то хоть? 50-го. Против моих, извини меня, 100-х и 80-х. Нету шанса у него вообще никакого. Кстати, надо Рафаэля прокачать до 90-го. Было бы неплохо, да? 90-й уровень Рафаэлю. Он бы вжаривал. Ух, конкретно. Урон-то повышается. Так, еще 1500. И в данный момент мы имеем с тобой 16174 мутагена. Сюжетка пройдена, это пройдено. Так, дай-ка я просто гляну. О, друзья мои, у нас всего 2. 2 испытания пройдено. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И 7 еще нужно будет пройти. А уже со второй вот этой вот локации можно будет начать прохождение, да? Ну да, а для этого придется нам потратить неделю. Потому что один раз в день можно пройти. Ну, я прохожу, по крайней мере, для заданий. Там же у нас есть задание, да? Пройти одну серию испытаний. Вот мы с вами и проходим. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, будем закругляться. Больше нам здесь с тобой делать нечего. Хотя, почему нечего? Мы можем с тобой найти на Донателло оставшиеся осколки. Точнее, не осколки, а элементы. Так, где у нас Донни? Все время он куда-то прячется, а? Вот он. Так, навыки. 7 кружек нам всего нужно найти с тобой. 7. Так, 6 остается. 5. 4. Так, подожди, 4. 3. 2. Так, последнюю кружку, да? Упс. Но, тем не менее, мы с вами потратили всю пиццу. 2 кружки еще нужно найти, и мы с тобой прокачаем ему до 4 уровня бейсбольную бомбу. Ну а на этом, друзья, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.